И взрослые, скажу вам честно, когда вырастаешь, очень хотят немножко быть детьми. Но нам все время хочется научить детей. Здесь не ходи, упадешь. Здесь что-то тоже не делай. Какая должна быть память у человека о детстве, чтобы писать искренне, понятно, доступно и без вот этой назидательной нотки. Но все это есть в музыке Георгия Анатольевича. «Пчелка». Слова Веселовой исполняют Соня Бусько и Маша Дубенко. Учащиеся дошкольной группы. Преподаватель Наталья Евгеньевна Бадигаева, концертмейстер Ирина Владимировна Розанова. Каратеева.
иногда даже не замечает всех деталей, всей красоты нашего города. А ведь он удивительный. И недаром музыкальный фестиваль называется «Белые ночи». А Петр Ильич Чайковский, скоро мы будем отмечать 175 лет со дня рождения этого композитора, одну из своих пьес в цикле «Времена года» тоже называет «Белые ночи». Как много и поэтов, и композиторов обращаются к этому образу. «Белые ночи» — слова Гвоздева. Исполняет ансамбль младших классов. Концертмейстер Наталья Сергеевна Клавдиенко. Руководитель ансамбля Лариса Сергеевна Конюшкова. Thank you.
Жизнь!